Иди сюда, иди сюда. Ты знаешь, откуда у меня эти шрамы? Ебачу. Я вас всех приветствую. Вы на моем канале. И с вами я, дядя Некит. Хотя нет, как вы видите, не совсем дядя Некит. Теперь я Джокер. Я самый главный злодей FIFA комьюнити. Я готов быть самым обсуждаемым, главным и крутым. Я носитель хаоса. Присаживайтесь поудобнее. Ну а перед началом ролика я прошу тебя подписаться на этот канал, поставить лайк и написать комментарий, если ты не хочешь быть зарезанным Джокером. Так, открываем наборчик. Гарри Кейн, награда конца сезона. Я, конечно, здесь ни на что не надеюсь. Мне кажется, полная хуйня выпадет. Итак, что же тут у нас? Волкаут, безусловно, так. Англичанин. Нап. Ну, я думаю, что это... Да, это Гарри Кейн, какой рейтинг карточки? 102-й! Чё? Чё, блядь? Чё за хуйня? Охуеть, просто как с куста 102-й рейтинг, блядь, выпал. Гарри Кейн, мать его, сюда завозите. Это 102. Это, наверное, самый высокорейтинговый игрок, который мне падал в этой фифе. Наверное, за... Чё, блядь? Это чё за нахер, блядь? Это баг? Это баг или это реально со мной сейчас происходит? Напишите, пожалуйста, это реально, либо я так давно не заходил в эту игру, или реально, то есть, я, блядь, лагер или чё? 102-х? 3, нахуй, в одном паке. Гарри Кейнов, блядь. Охренеть. Охренеть не встать. Так. Еще одна награда, еще один волкаут. Так. Пожалуйста, давайте Португалия. Аргентина, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, ну-ка. Блядь, это Дибала. Это 103 Дибала, блядь. Добрый вечер. Пауло Дибала. Дибала, Дибала, блядь, у меня теперь 5 Гарри Кейнов. 5 Гарри Кейнов. Чё это? Чё это, блядь? Что за щедрость? Что, от Electronic Arts. Что за суперпаки, блин? Охренеть. Просто. А я подумал, что в моменте просто я подумал, что это мог быть Месси. Я подумал, что это мог быть Месси. Так. Слушайте, я думаю, что у меня сейчас состав просто супер обновится. Давайте чекнем, кстати, что у меня там на трансферном рынке. Купил ли я все-таки Льва Ивановича? Нет, я его не купил, но я сделал сейчас повторную покупку. В целом же, то есть, принцип этого ролика, я думаю, был понятен. Я особо как бы не хотел там что-то как-то там супер что-то записывать, какой-то хронометраж делать. Мне просто надо было зайти в FIFA, показать то, что я в целом, вот он, я здесь, я готовый. Я готов разрывать, и оно в целом так и получается. Мне кажется, в целом всем такая падает тема. Может быть, пооткрываю, кстати, наборы как-нибудь. Бля, ну это просто жесть. 103, 100, 102, блядь. 5 или 6 игроков с этим рейтингом. И... Оу, shit, man. Сейчас, кстати, должно быть еще один волкаут. Поехали. У нас сейчас с вами сверху 2 игрока Лиги Чемпионов 100+. Пожалуйста, сюда завозите мне какого-нибудь классного игрока. Блядь, это без волкаута? Серьезно, это без волкаута. Ладно, давайте все проскипаем. Ну-ка, что это? Что у нас там? А, понятно, понятно, ясно, ясно, ясно. Ну, в целом, сотый, оно в целом одно на другое выходит, сотый на сотый получается. А, кстати, что у нас там по команде недели-то? Мне самые лучшие игроки выпали или как? Или это всем реально выпали? То есть вот это вот непонятный момент. Нет, по-моему, сейчас другая команда недели, но не суть. Давайте, кстати, сразу же, просто в моменте, одновременно еще и закончим рубрику «Моя без рынка». Я вам сейчас показываю, что рубрика будет закончена тогда, когда у меня будет 110 рейтинг. Вот он, пожалуйста, 110 рейтинг. Он в целом так и получается, 110. Сейчас даже, возможно, получится 111. А если сейчас, конечно же, получится, так сказать, пропихнуть эту карточку куда-то там на вершины, какие-то там чего-то еще. У меня на самом деле очень много игроков в клубе, прям до хрена их просто. Чего у нас тут по игрокам-то в целом? Мне сейчас выпал, кстати, Дибала, Дибала. Я думаю, что в целом это очень неплохо. Гарри Кейн, у меня также есть Криштиану. Кто? Рональду, конечно. Дибалу мы поставим. Так, что у нас там в целом? Ну, по статам, я думаю, понятно. Давайте Дибалу. Все-таки один из моих любимых футболистов. Я даже на этом канале делал видео «Я Дибала». Ну, в целом рейтинг не поменялся, но думаю, сейчас прокачаем, все будет окей. Вот такой вот финальный состав. И вам остается теперь только ждать какую-то следующую, новую рубрику. Или же вообще не ждать, просто как бы забить на это болт. И в целом все. С вами был дядя Некит. Подписывайтесь на этот канал. Обязательно ставьте лайк. Пишите в комментариях, как вам получился ролик. Понравился ли он вам? Что вы для себя полезного здесь черпанули? Может быть, не полезного? На самом деле, для этого ролика... мне кажется, важно не сам ролик, а как я к нему готовился. Для этого ролика мне действительно очень сильно надо было подготовиться. Я впервые в жизни, впервые, сука, в жизни я покрасил волосы. Впервые в жизни, в 19 лет. Так что мои девственные волосики сегодня официально были задействованы. Также мне нанесли грим. Огромное, кстати, спасибо за это моим сестрам. Если хотите, я могу ссылки на них оставить. Они очень классно мне
нанесли. Я думаю, что очень похоже получилось. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментах, как вы думаете, какая версия Джокера сейчас у меня была закосплеена. Какая версия Джокера? А подсказка вам такая. А с чего ты взял, что я хочу убить тебя? Снова обворовывать мафию? Давайте, напишите, кто из вас самый, так сказать, умный, прошаренный в этой всей вселенной. Ну, а я с вами прощаюсь. Самый главный, популярный, медийно обсуждаемый Джокер FIFA Mobile Community. Злодей, или же наоборот для кого-то я, добряк, который просто борется с этим планированием тупых людей, который борется с хаосом. Всем пока. Увидимся с вами на днях.